В Иванове состоялось традиционное первенство Центрального федерального округа по конькобежному спорту. Площадка соревнований также осталась неизменной – стадион «Спартак». В областной центр приехали юноши и девушки из 9 регионов. Всего более 130 участников. Две возрастные категории – девушки и юноши среднего и старшего возраста. Сегодня пробежали девочки первые свои две дистанции на 500 и 1500 метров. Как раз наши девочки старшие. Мария Форостяна и Анастасия Брандт заняли второе и третье место на дистанции 500 метров. Анастасия Брандт выиграла 1500 метров. Залог успешного выступления под открытым небом – благоприятные погодные условия. Температура воздуха – минус 7-8 градусов, отсутствие ветра и снега. В этом году атлетам повезло, а вот в 2018-м кататься пришлось чуть ли не в метель. У вас наладился учебно-тренировочный процесс, так как каток у вас стал современным конькобежным катком. И хотелось бы, чтобы этот каток в городе Иванове сделали искусственным. Искусственную дорожку. И перекрыли хотя бы какую-то крышу, козырек, чтобы мы, все города, центральная зона нашей России, ЦФО, не ездили не в Москву, Коломну, а к вам приезжали с удовольствием и катались у вас и выступали в соревнованиях. Все участники хорошо подготовлены. Разрыв между спортсменами на финише всего несколько секунд. Чтобы вырваться вперед, мало упорных тренировок. Чтобы соперник не обошел, на последних метрах нужно везение и удача. Все хорошо, погода отличная и самочувствие тоже более-менее. Настрой боевой, готов бороться, как всегда. Сильнейшие конькобежцы представят свои регионы на первенстве России. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.